Подмосковный трек АДМ Raceway впервые в истории принимает Drift Expo. Сегодня на одной трассе можно увидеть топ-пилотов RDS GP и уличных хулиганов. В этом году выставка Drift Expo, где традиционно выставляются машины для езды боком, предстала в новом формате. На этот раз участники мероприятия могли не только постоять около автомобилей, но и показать, на что они способны. Причем сделать это мог любой желающий с подходящей машиной. Мероприятие Drift Expo мы создавали специально для любителей дрифта, для ребят, которые, назовем это, хулиганят на дорогах общего пользования и парковок. Мы стараемся таким образом затянуть ребят на легальные мероприятия, показать, что увлечение дрифтом на профессиональном треке позволяет раскрыть весь потенциал автомобиля. В частности, хулиганам из команды Drift Matsuri SPB, которые оглушали улицы Петербурга ревом двигателей по ночам, такая перспектива показалась заманчивой. Мы уже давно пытаемся находить места вдали от каких-то домов, от жителей, чтобы не жаловались, но все равно на каких-то даже глухих местах все равно нас почему-то находят. На профессиональном треке уличным дрифтерам все же пришлось поумерить пыл. Однако все остались довольны. Это вообще абсолютно две разные категории дрифта. Тут один кайф, здесь другой, здесь какие-то ограничения, там ограничений нет, там весь город твой. Не остались в стороне и зрители. Каждый желающий прокатился пассажиром и унес домой незабываемые впечатления. Тем более, что нам посчастливилось увидеть дрифт на КАМАЗе, который исполнил пилот команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев. Следующий фестиваль Drift Expo намечен на осень. Мероприятие состоится в привычном режиме выставки.